Seagate Central – недорогой однодисковый накопитель. Сетевой накопитель Seagate Central имеет богатые возможности, а его использование не намного сложнее, чем USB жесткого диска. Seagate Central работает бесшумно, так как имеет пассивное охлаждение. Поставьте его на твердую ровную поверхность, чтобы не закрывать отверстия вентиляции. В комплект входит все необходимое. Провод для подключения к домашней локальной сети, адаптер питания 220 вольт, краткое бумажное руководство, в том числе на русском языке. В отличие от внешних USB дисков, сетевой накопитель Seagate Central работает автономно, без прямого подключения к компьютеру, поэтому имеет свой блок питания. Никакой кнопки питания нет. Просто подключите питание и дождитесь загрузки внутренней операционной системы. Когда лампочка будет гореть постоянно, устройство готово к работе. Прилагаемым проводом необходимо подключить Seagate Central не в сетевой разъем компьютера или ноутбука, а в домашний роутер. Оба разъема сетевого провода абсолютно одинаковые. Подключайте одним концом в накопитель, вторым в роутер. В роутере подключайте в любой из разъемов с надписью Ethernet или LAN. После подключения в сеть Seagate Central сразу же готов к работе, как обычный сетевой жесткий диск. Однако специальные служебные программы позволяют раскрыть все возможности накопителя. На официальном сайте Seagate.com идем в продукты, внешние диски, Seagate Central. Далее поддержка и попадаем в список файлов для загрузки. Щелкаем на средства Seagate Central Discovery для Mac или для Windows. Discovery в данном случае переводится «обнаружение». Это очень простая графическая утилита, которая находит накопитель в локальной сети и подключает его в список жестких дисков компьютера. Далее необходимо заполнить имя пользователя и реальный адрес электронной почты для доступа к накопителю из любого места планеты. Используйте генераторы паролей с энтропией. Не храните пароль в компьютере или телефоне, запишите его на лист бумаги. Вас поприветствует веб-интерфейс. Вы можете почитать о возможностях накопителя Seagate Central на русском языке сейчас или чуть позже. Из всех вкладок самая важная – вкладка настроек. Введите свои данные и нажмите кнопку регистрации. На вкладке «Система» можно перезагрузить накопитель, остановить его работу перед выключением из сети, восстановить заводские настройки и очистить все данные пользователя. Обновление внутренней операционной системы возможно как автоматически, так и вручную. Чтобы вызвать веб-интерфейс с настройками, достаточно зайти на подключенный жесткий диск, в котором в корневом каталоге всегда есть ярлык «Manage Seagate Central». По адресу access.seagate.com можно зайти на свой сетевой накопитель через любой браузер в любом месте планеты, где есть интернет. Таким образом, вы получаете свое личное облачное хранилище данных. Это намного интереснее, чем просто USB жесткий диск, не так ли? Приложение Seagate Media для мобильных устройств iOS, Android, Amazon и Windows дает возможность удобно просматривать и управлять своей библиотекой медиафайлов. Фотографии листаются без копирования на мобильное устройство. Точно так же можно смотреть фильмы. Тут же можно слушать музыку из собственной фонотеки в формате MP3. К Seagate Central можно подключиться как в домашней локальной сети, так и удаленно из сети интернет. Достаточно ввести адрес электронной почты и пароль. Для телевизоров Smart TV есть специальное приложение Seagate Media. Его необходимо найти и самостоятельно установить из встроенного магазина приложений. Здесь мы видим те же самые категории – видео, фото, музыка. Запустим сериал в формате МКВ разрешением Full HD. Как мы видим, с воспроизведением файла нет никаких проблем. Есть и плавная перемотка по файлу – от 2 до 16 скоростной. Для других моделей телевизоров, а также для телеприставок и медиаплееров можно использовать альтернативный вариант – стандарт DLNA. Здесь полностью аналогичный принцип управления, а также в нашем случае есть поддержка внешних субтитров в формате SRT. Автоматическое архивирование поддерживается для компьютеров Windows и Mac. Для Windows необходимо запустить утилиту Seagate Dashboard и выбрать пункт резервного копирования ПК. Здесь есть готовый пресет для постоянного бэкапа всех файлов компьютера, или можно самому создать новый план и выбрать только те данные, которые представляют ценность.
Также можно выбрать частоту резервного копирования. Если вы передумали, настройки легко можно изменить или удалить. Мы рассмотрели основные возможности Seagate Central. Сетевой накопитель поставляется с предустановленным жестким диском емкостью 2, 3 или 4 терабайта.